Для начала давайте познакомимся. Мы Humans, мы международная компания. Нас 200 человек. У нас 6 офисов. В Ташкенте, в Минске, в Москве, в Питере, в Нью-Йорке, в Сингапуре. У нас очень простая цель. Сделать жизнь людей проще. Мы делаем классные продукты в области телекома, финансов, обмена информацией и в медицине. Мы просто люди, которые работают для людей. Чего хотят люди в этом безумном меняющемся мире? На наш взгляд, ответ очень прост. Они хотят что-то, с чем они сталкиваются каждый день. Но понятнее, проще, лучше, удобнее. И сегодня я расскажу вам о таком мобильном приложении. Мы придумали его 1.5 года назад. Оно называется Humans Use. Это не просто приложение, это суперприложение. Во-первых, оно позволяет контролировать каждому, сколько платить за связь. И это суперприложение позволяет контролировать, как работают другие приложения на вашем смартфоне. Это приложение без скрытых платежей, которое работает честно и прозрачно. Во-вторых, это суперприложение позволяет вам контролировать ваши деньги быстро и удобно, в один клик. И вы можете контролировать расходы не только по карте Humans, но и по любым вашим картам. В-третьих, вы можете оплатить в этом приложении любую услугу или товар. Счет в ресторане, мобильный телефон, продукты, счет за свет или счет за детский сад. В-четвертых, каждый раз при оплате товаров и услуг вы будете получать от нас кэшбэк. Итак, приложение Humans Use – это честный мобильный оператор, удобный финансовый сервис, витрина товаров и услуг и кэшбэк с каждой покупки. Сегодня мы объявляем о старте нашего бизнеса в Узбекистане и о том, что мы дадим узбекистанцам в ближайшее время. 30 июня можно будет оплачивать товары и услуги онлайн и получать кэшбэк с каждой покупки. С 18 августа можно будет получить за 2 минуты в нашем офисе продаж банковскую карту Humans Visa абсолютно бесплатно и переводить деньги без комиссии. Также с 18 августа можно будет получить сим-карту Humans и управлять всеми вашими расходами на связь. Очень подробно о том, как работает мобильный оператор и финансовый сервис, и какие еще приятные сюрпризы мы приготовили для узбекистанцев, я расскажу вам 18 августа. Зачем же тогда я сегодня выступаю перед вами? Сегодня мы выпустили первую версию мобильного приложения Humans Use. За 2 месяца до старта мобильного оператора и банка мы даем возможность каждому узбекистанцу принять участие в нашей бонусной программе и накопить за это время бонусы, которыми можно будет оплатить уникальные услуги Humans. Чтобы принять участие в бонусной программе, достаточно скачать наше мобильное приложение и привязать карту Uzcard или Humo. И мы, Humans, сразу же начислим на ваш счет бонус 5000 сум. И этот бонус можно еще и увеличить. Достаточно перевести его другу. И как только ваш друг установит приложение Humans и привяжет свою банковскую карту, мы удвоим сумму перевода другу и зачислим ее на счет, на ваш счет. Еще раз повторю, это очень просто. Вы скачиваете мобильное приложение, привязываете карту, получаете 5000 сум, отправляете 5000 сум другу, он скачивает мобильное приложение, привязывает карту и на ваш счет падает 10000 сум. Отправляете 10000 сум и получаете на счет 20000 сум. Затем отправляете 20000 сум и получаете 40000 сум. Мы не ограничиваем вас в количестве переводов, которые вы переводите друзьям в виде бонуса. Вы сможете копить бонусы 2 месяца до 18 августа. Для чего копить бонусы, спросите вы? Это еще проще. За бонусы можно будет купить уникальные услуги, которые нельзя будет купить за обычные деньги. Бонусы можно будет потратить на предложения, не имеющие аналогов в Узбекистане. Ну, например, за 500000 бонусных сумм можно купить безлимитный доступ в Telegram на всю жизнь. Только представьте, Telegram будет работать безлимитно, всегда, всю жизнь, вне зависимости от того, есть ли у вас деньги на счете или нет, купили ли вы пакет услуг или нет. И чтобы получить это, вам нужно пригласить в Humans всего 100 друзей. Мы приготовили для вас еще несколько уникальных предложений, о которых вы можете прочитать на сайте Humans Use. Вчера внутри нашей команды мы спорили о том, сколько людей в Узбекистане зайдут сегодня на наш сайт и сколько раз наше приложение скачают за первую неделю. И мы поняли, что это вообще не важно. Важно, чтобы узбекистанцы смогли ощутить реальную пользу от того, что мы делаем.
чтобы все поняли, что у нас все сделано по-человечески. На сегодня мы закончили. Спасибо вам большое за внимание к нашей сегодняшней онлайн-презентации. Я прощаюсь с теми, кто смотрит онлайн-трансляцию, и мы переходим к закрытому блоку вопросов и ответов для блогеров и журналистов. Мы увидимся с вами обязательно 18 августа.